ДТП произошло около 8 часов вечера на автодороге Адлер-Альпика-Сервис. Автомобиль Audi врезался в стену тоннеля. Полицейские установили, что водитель, 35-летний житель Республики Удмуртия, при движении допустил съезд на обочину и наехал на стену тоннеля справа по ходу движения. В ДТП пострадали 4 человека. Кроме водителя, в салоне находились трое пассажиров. 30-летняя жительница Республики Чувашия, а также двое несовершеннолетних детей, 13 и 6 лет. Пострадавшие госпитализированы.